Центр кинологической службы отдела полиции встречает шумную гурьбу любопытных детей дружелюбным лаем собак. Ребята буквально засыпают вопросами взрослых. Им интересно все. И дети узнают не только о повадках этих животных. Малышам рассказывают и о том, как вести себя с любыми собаками. Трогать собачку ни в коем случае нельзя. Гладить можно одну собачку только, свою домашнюю. Без разрешения собачек, кошечек мы не трогаем. Да, моя хорошая. А почему нельзя ему в глаза смотреть? Ну, потому что ты говоришь, когда собаки смотрят в глаза друг другу, он говорит, я тебя вызываю на бой. Ты будешь с ним драться? Поэтому в глазки мы не смотрим, да? А истории из реальной практики служебных собак и щеек они слушают, затаив дыхание, восхищаясь подвигом четвероногих сыщиков. Было преступление на улице Ленина. Служебная собака довела кинолога до улицы Парковая. И во дворе... Докуда собака довела? Сотрудником ППС был задержан данный преступник. А он украл был золотые изделия из квартиры. Вот краткая история. Вот собака сама довела сотрудника полиции. И с помощью кинологов, и с помощью сотрудников патрульно-постовых службы был задержан вот этот данный преступник. Ну и чтобы показать собак в деле, старший инспектор-кинолог Роберт Казиддинов дает своему верному напарнику задание найти опасное вещество. Трехлетней Марго понадобились считанные минуты, чтобы обнаружить муляж тротиловой взрывчатки. Хорошо сидеть. Хорошо. Вот искомый предмет. Реквизит. Тротила. Хорошо, молодец. Сидеть. Опа. И обязательное поощрение животного за хорошую службу. С не меньшим восторгом и интересом дети посетили конюшню, а также узнали, как работает рация в служебном автомобиле. Транспортное средство 374, гос. Номер остановитесь, примите вправо. И в конце экскурсии любопытные малыши буквально засыпали полицейских вопросами, а некоторые мальчишки загорелись идеей стать кинологами и спрашивали, что для этого нужно. Ответ полицейских оказался прост – слушаться маму и папу и хорошо учиться. Марина Медвинская, Азат Давлетшин. Время новостей.